Но что хотелось бы подчеркнуть, не раз об этом говорил, несмотря на предпринимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому. Поэтому Россия призывает наладить реальное сотрудничество в борьбе с этим коварным заболеванием на равной и справедливой основе. Без этого добиться успеха, победить вирус невозможно. Недавно на саммите двадцатки, вы наверняка видели это, предложил в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. Призвал партнеров действовать оперативно. Это необходимо для возобновления глобальной деловой туристической активности и в целом для возвращения просто к нормальной жизни.